Он напомнил, что уже больше 2 лет подключение к теплу не привязано к среднесуточной температуре. Сигналом является подписание главой города постановления о начале отопительного сезона. Магистрали у нас уже в настоящий момент все на циркуляции. То есть мы уже имеем готовность очень высокую для того, чтобы после того, как будет подписано, запускать дома, объекты соцкультбыта. В первую очередь к теплу подключат социально значимые объекты. Жилые дома будут подключать по заявкам собственников жилья. Говорил Александр Гросс и о перспективах отопительного сезона. В этом году на ремонт и модернизацию потрачены большие силы и средства. Летом полностью заменили около 3 километров тепловых сетей на 14 участках. Произведена замена и ремонт большого количества насосного и другого оборудования. Так что руководство СГК надеется, что зимний период пройдет более спокойно, без серьезных инцидентов. К тому же в этом году отопление появится в 20 новостройках. Кстати, всего на реализацию ремонтной и инвестиционной программ на теплосетевом комплексе Барнаула до конца 2018 года сибирской генерирующей компании будет потрачено порядка 900 миллионов рублей.